перспективе виден отель «Роза ветров». Напротив отеля «Роза ветров» предлагают пироги на дровах и шашлык. Сейчас посмотрим стоимость. Разные пироги. Вот такие цены. От «Розы ветров», где кафе заканчивается «Роза ветров», сразу открывается вид на реку Феогдон. Просторы отеля, конечно, поражают. Вот это мой 4-й этаж. Смотрите, лестница. Все такое большое, крупное. Двери в номерах высокие. Потолки тоже. Много живых цветов. И очень интересные разные икебаны. Вот через эту дырочку вошла. Вхожу в мою комнату, мой номер. Здесь, пожалуйста, такое все высокое. Все высокое. Такой высокий большой платяной шкаф. Сейф имеется. Пакет для белья, халатики. Высокие шкафы такие. Так, это платяный шкаф. Вешалочка, все имеется. Так, вот такой светлый номер. Вот такая кровать. Кондиционер есть. И вид из окна. Вид вот на эту гору. Кстати, так же, как и с того отеля. На ту же гору. Только там я кусочек видела, а теперь могу увидеть полностью. Какой-нибудь из ней. Тепло так хорошо. Даже жарко, я бы сказала. Тумбочка, стол, кровать king size. Вот. Такая вот комната. Также есть, получается, такой, ну, такой приятный пуфик. Здесь полочки. Здесь тоже полочки, много полочек, надо же. Здесь, наверное, холодильничек. Да, работает. И здесь у нас чайная станция. Все, кофе, чай и водичка даже. Ну-ка, что за водичка? Люблю своих друзей. Дбалу. Такая вода. Так, давайте проверим еще санузел. Так, санузел такой светленький, беленький, приятненький. Все имеется, полотенчики, стоячий душ, унитазик, раковина, такие вот мылки для зубов. Это, наверное, там ватные тампончики. Все отлично. Имеется даже гигиенический пакет. Вот так вот. Так что вот так все круто. А там вот для душа все принадлежности лежат прям на полочке. Это я впервые вижу. Все чистенько, аккуратненько. Все красивенько. Фен здесь. Фен, конечно, не с руки. Ну ладно. Ну-ка, ну-ка. А, ну так дотянуться можно. Вот так. О, включить, выключить. Видите? Сушить можно белье. Полотенце сушить. Все отлично. Единственное, только вот не с руки фен. А так все красиво, чистенько. Вот такой бассейн огромный, большой, весь наполнен светом. Ну, красиво очень смотрится. Я даже не ожидала, что он такой красивый. И здесь лежаки, можете отдыхать. Симпатично так все сделано. Симпатично. Парнишка после сауны, видно, отдыхает.
Я знаю, девчонки отдыхают, качаются, видела фотографии. Лежу себе, отдыхаю после подводного массажа. Любуюсь на панораму за окном. Приготовила вонадёжку себе, в чем пойду ужинать. Да, эта кровать-то ой-ой-ой, можно втроем спать. Я вообще не ожидала, что такая кровать будет огромная. Вечерний отель «Роза ветров». Хорошо видна лестница. Вот здесь как раз в этом круглом месте лестничная площадочка, лестница. Прямо из постели любуюсь на горы. Сегодня они открылись и видны. Так ведь только вот этот зеленый холм и все. А вот эти горы были не видны. Первый раз. Сегодня пятый день. Здесь небо абсолютно чистое. По крайней мере, утром сейчас, 5 утра. Угу. Видно множество. Вот если приближаешь таких вот оттеночков. Вот такая гора. Наши фиагдонские коровы пошли на пастбище, на работу. Как говорится, готовится к производству молока. Даже, оказывается, есть бювет. Я, правда, читала, но говорили, что якобы он не работает. Нет, вода есть. Шведский стол проходит на втором этаже. Вот так по кругу, вокруг. Внизу ресторан. Такая красивая, приятная обстановка. Очень красивая вазочка здесь. Завтрак. Чего тут только нет. Там у нас десерты. Здесь станция творог, сметана и кефир. Смотрите, как здорово. Здесь сухое питание, молоко. Здесь горячее. Здесь все, кстати, просвечивает. Видно, что там есть, и раз не открывать. Здесь макароны с чем-то покрытые. Здесь овощи. Здесь колбаски. Вчера пробовала вкусники. Это что-то, наверное, с яйцом, омлет. Это яишенка. Там пшеничная на воде каша. Масло. Соки. И сырная нарезка. Это тушеные овощи, перец, половинка колбаски, сыр. Кофе взяла американо, потом добавила немножко молока и творог со сметаной. В сущности, там много еды, можно там и омлет, все, что хочешь. Но я решила не объедаться особо. Сегодня у нас очень солнечный день. И так как нагреваются стекла, то утром было достаточно душно здесь. Вот на этаже. Но я сейчас гляжу, смотрите, включили кондиционер здесь в коридорчике. И так хорошо, прям это молодцы. То есть вышло и так приятно. Утром было душновато, а сейчас прям красота. Фиагдон наш течет, наша речка любимая. Так что молодцы. Все ведь живое, за всем ухаживают, представляете? Поражена. Вы просто, когда я туда шла, вы были очень высоко, я побоялась вас беспокоить. А это надо же, каждый цветочек, начиная с самого высокого потолка. Это какой труд-то, с ума сойти. И все цветы-то живые, оказывается.
Это вот не эти розочки у лифта. Ой, спасибо вам за ваш труд и красоту. Спасибо вам большое за то, что обратили внимание. Лифт у нас такой здесь. Весь в розах. Вот так в лифте. Подытожу, значит, житье-бытье. Номер 416, прекрасный, с видом на горы. Посмотрите, вон какая красота. Утром просыпаешься, и все. И думаешь, как прекрасен новый день. Значит, окна. Окна не сильно шум убирают, потому что если собака лает за стеной, то достаточно слышно бывает в этом, в номере. Вот. Соседи немножко слышно. Я поняла, возможно, это вот окна как-то связаны. Так, номер прекрасный. Дышится легко. Если жарко, включаем кондиционер. А так он, конечно, нагревается, но с кондиционером прекрасно. Кровать отличная, белье прекрасное. Так, дальше. Здесь вот, как говорится, кофе я попила. Все нормально. Вы можете и чай попить, воду выпила. Две бутылочки были. Здесь холодильник, все нормально работал. Ну, так все отлично. Вот этот столик на колесиках, его можно подкатить к пуфику. И, пожалуйста, пить утренний кофе или что там еще хочется. Книжку. Вот здесь просто можно, у них как типа библиотеки, у администрации лежит. Я вот брала эту книжку почитать, очень интересно. Так, и, значит, здесь тоже все нормально. Сейф. Сейф у нас есть, но он, сам замок не работал, и выдают ключи. То есть вы закрываете на ключик. И ключик носишь с собой. Так, и единственный минус, что мне вот точно не понравилось, и чем я недовольна, это вот, посмотрите, нужно вот фен тащить вот сюда. И я, когда его тащила, задела вот эту тарелочку. Она ничем не закреплена, она перевернулась и разбилась. Из-за нее, естественно, с меня взяли 300 рублей. Вот я считаю, что если они фен делают вот так вот по-идиотски, да, то какие с меня брать деньги, я не понимаю. Или же пусть они закрепляют вот эту тарелочку, тогда, как говорится, все путем. А так, ну а как вот? Достаточно тяжело и так держишь, тут фен, тут расческу. Вот этим мне не понравилось. А так все отлично. Унитаз, все хорошо, пожалуйста. Так, этот, единственное, только я удивилась, почему-то нет кондиционера. Сейчас уже во всех отелях есть кондиционер для волос. И еще бывает крем для тела. Но у них нет. Ну, может, потому что они 4 звезды, я уж не знаю. Но я в 5 больно-то не живу. Я живу в 3 и в 4, и это бывает. Но это такая ерунда. Ну, просто те, кто пользуется кондиционером для волос или надеется на крем, то в моем номере стандартный номер с кроватью King Size этого нет. Все остальное прекрасно. Халаты, тапочки, все есть. Просто этим я ничего не пользовалась. Я всего 2 дня.